Президентские игры проводятся 4 дня. Сегодня первый из них – это легкоатлетический этап. Прыжки в длину, метание, бег на 30 метров, эстафетный бег. Самыми спортивными на районных этапах стали школьники 2-й, 3-й, 8-й, 22-й, 65-й и 87-й школ. По их итогам отберется лучшая команда одной школы и поедет на финал, который состоится в Анапе, в Суко. Главная задача организаторов – оторвать детей от компьютеров и привить им любовь к спорту. С погодой сегодня школьникам повезло. Ну а кто отправится представлять наш город в финале президентских игр, станет известно 9 апреля.